Презентация, ну, это когда все так собираются и что-нибудь обсуждают. Ну, выговорить не могу пока. Ну, переговариваются между собой. Это когда всякие праздники. Наше Подмосковье – это область вокруг нашей Москвы. А Подмосковье – это под Москвой, где мы с мамой живем. Это наш дом. Про конкурс «Наше Подмосковье» я слышала. Там представляют свою идею, которой может сделать город получше. Нужно сделать свой проект хороший. Там они представляют свои истории, которые потом будут делаться в нашем городе. Нужно стараться, и чтобы победить на самом конкурсе. Жюри – это тот, кто оценивает твои таланты. Она очень строгая, слишком строгая. Это когда они когда плохо, они прямо ставят ноль. Ну, потому что оно выбирает только одного лучшего, самого лучшего. Ну, если жюри злая, то можно ее чем-нибудь удивить. Ее нужно порадовать, чтобы кто выиграл больше баллов. Как бы их развеселить, просто можно им улыбнуться, если они видят, или что-то хорошее сказать. Если повернешься к ней и улыбнешься, она сама к тебе повернется и улыбнется. Можно чуть-чуть с юмором. Вот, он обрадуется и поставит тебе хорошую отметку, и тебе будет хорошо за хорошую отметку, и ему, что он посмеялся. Если сделал хорошую, ну, например, историю, ну, для нашего города, то когда дают премию? Премия? Премия? Это которая приминает всех? Это может быть разный, может быть денежный, может быть медальный, может грамоты давать. Так-то это вообще деньги больше всего бывают. 20 000 000 рублей где-то там. Могут дать сколько-то тысяч, а могут миллион. 12 000 000. 4 рубля или 5 рубля? 100 рублей дают И потом ты их потратил на что-нибудь, и нету премии. Как потратить деньги, чтобы всем было хорошо? Надо что-то хорошее для всех людей купить, чтобы и он радовался, и другие. Но их просто не хватит на всех людей. А если бы деньги остались, но они вряд ли останутся, я бы их раздал бедным еще. Праздник сделать и купить угощение. Если наша команда победит, дадим 100 000 конфет. Кому? Все, кто нас смотрел. Надо показать себя в лучшем виде. Ну вот мы достойны победы, и почему? Как ты достойны, думаешь? Достойны, потому что у нас очень хорошие съемщики и дети. Проводители этих занятий хорошие. Вы там, например. А чем хорошие, это то, что вы снимаете детей, а не взрослых. Это необычный проект. В других, например же, все строгое такое, все лица какие-то непонятные. А здесь доброе все. Люди, пожалуйста, не будьте строгими. У нас мы очень хорошие и добрые. Мы крутые. Вот я мечтала сниматься. Моя мечта сбылась. Мы очень сильные и очень усердно трудимся. Ну, словами тут поможешь вряд ли. А мы ему скажем, а вы посмотрите и сами узнаете.